Сегодня, 16 января, в Рупольдинге прошла женская гонка преследования в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону. Ее победительницей стала лидер общего зачета Кубка мира, норвежка Марта Рёйсланд. Она не допустила ни одного промаха. Второй финишировала представительница Швеции Эльвира Эберг с отставанием 20 секунд и двумя промахами. Тройку призеров замкнула еще одна шведка Ханна Эберг с одним неточным выстрелом и отставанием от победительницы на 32 секунды. Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграла младшая Эберг. В пасьюте приняли участие 5 россиянок. Светлана Миронова не приняла участие в сегодняшней гонке из-за повышенной температуры. Лучший результат из россиянок показала Ирина Казакевич. Она заняла 14 место, допустив всего один промах. Ульяна Нигматуллина заняла 25 место. Валерия Васнецова на 29 месте. Кристина Резцова на 36 и Анастасия Шевченко на 41 месте. Также сегодня, 16 января, на старт гонки преследования выйдут мужчины. Лучшая позиция на старте среди россиян у Максима Цветкова, 21-я.